Химкинские школьники стали финалистами международного конкурса детских инженерных команд. Со своим проектом «Микробный топливный элемент» обошли почти 400 участников со всего мира. Как получить электричество из того, что у нас под ногами, команда Energy Dragons рассказала на встрече с главой округа Дмитрием Волошиным. В 20 веке еще ученые открыли такое свойство микробов – вырабатывать электроды на внешнем уровне. Вследствие в сегодняшнем уже веке мы решили разработать этот проект, чтобы из микробов можно было получать энергию. В процессе подготовки к конкурсу ребята сами разработали топливный элемент. Спроектировали на основе микроорганизмов, который содержится в иле. Все лето посвятили исследованиям и сбору образцов в Барашкинском пруду. На встрече с молодыми инженерами и их родителями глава округа Дмитрий Волошин подчеркнул, как важно поддерживать будущих ученых и создавать для них комфортные условия. Мы должны сегодня думать о будущем. А будущее – это дети ваши, вот, это те дети, которые нас сменят когда-то. И я считаю, что нужно уделять внимание не потом, там, через 20 лет, а вот сегодня, когда они еще дети, и местные власти, они должны это делать. Сейчас команда дорабатывает свой проект, чтобы представить его на финальном этапе конкурса. Финал пройдет с 11 по 15 декабря в Санкт-Петербурге. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.